Будни Птицелова. Все нормальные люди ходят там. А мы вот здесь. Вон рыжий поет. Красавчик. Друзья, всем привет. Снова я в такой вот местности. За Славкой Черноголовкой. Ну вот был я 3 дня назад. Птица была не в яру. Сколько я ее гонял? 3 часа почти. Взял еле-еле и то. Не на манок, а чисто на наблюдательность. Расставился, где она ходит, и попался. Вот прошло буквально 3 дня. Пришел, славок стало больше. Поют прям участки друг на друге. Расставился посередине 2 участков. Включил манок. Буквально через, наверное, в течение минуты прибежала первая. Трепыхалась, тут вокруг бегала, бросилась, попалась. Через минуту подошла вторая. Увидела первую. Ну, сам момент, как попалась, к сожалению, не снял. Стоял тут метрах, наверное, в 10 от сетки. Чтобы уж сильно не наглеть. Но меня они особо не боялись. Подходили смело. Обе с песенки. Вот так вот кардинально меняется охота. Буквально 3 дня назад было так, а стало вот так. Ну, 2 замечательных самца. Ну, значит, вот, мужики, иду я по дороге. Вот по тропке оттуда иду. Вот там внизу река, овраг, с которым я ловил. Услышал хорошую песенку, понравилась мне черноголовка. Вот. Расставился. Место сложноватое. Такие вот непролазные дебри. Там внизу какой-то гараж. Поставил. Вот тут такая узенькая просека. Вот прям так в нее. Аккуратненько. Ну и, в общем-то, понял я, почему такой яру самцов пошел. Подошли самки. В прошлый раз никого не видел. Сегодня четко видел своими глазами. В общем, подошли самки. Поэтому у самцов, видимо, едет крыша. Как и в прошлый раз, реакция мгновенная. Подбежал сразу же. Вот он. Красивый самец. Так что, мужики, сезон ловли славки черноголовки, наверное, пора закрывать. Если подошли самки, ловить больше не буду. На этом все. Всем пока. Ну, до встречи уже осенью.